Ха-ха, это место прямо пахнет деньгами. Итак, все здесь в восторге от вечеринки. Дэнни, Панда, вы знаете, зачем мы здесь, верно? Мы получим все высочайшие награды, победив во всех конкурсах. Победить этих простофиль будет проще пареной репы. Дэнни станет богатым. Внимание, скоро начнется конкурс по распитию игристого ячменного чая. Отлично, я могу пить его весь день. Да, вот это мне по вкусу. Напиток настолько хорош, что за него можно было бы и умереть. Что за жалкие слабаки пьют из таких крошечных чашечек? Неси бутылку целиком. Нет, ящик неси. Слабаки, не умеющие пить. Думаю, кто-то может и умереть от такого. О, ну что, ты уже победила? Дэнни аплодировал. Это соревнование не совсем. Внимание, скоро начинается соревнование по армрестлингу. Эй, Дэнни, теперь твой выход. Ты слегка глуповат, но зато реально силен. Да, если ты выиграешь, можешь съесть кучу стейков. Дэнни сильный, есть стейк. Итак, начинается первый раунд. И наш первый участник — это фаворит матча Марвин. Его оппонент — олень-оборотень Ру! Это уже закончилось? Что такое? Почему ты дрожишь? Дэнни не сильный. А теперь начинается долгожданное финальное соревнование — гонка! Ну что ж, теперь наконец моя очередь. Просто сиди и смотри. Отлично, Панда! Срази их всех! Дэнни верит в Панду! Ха, как смеете вы, жалкие недоумки! Думаете, вы сможете победить против меня с этими специальными ботинками? Неважно, кто это против меня! Какого? Вжу-вжу! Быстрее молнии! Ну что ж, а теперь наступил долгожданный момент. Время объявить победителей! Марвин награждается за соревнование по армрестлингу. МК2 побеждает в гонке, а Бет выигрывает питейный конкурс. И, наконец, финальные победители, сыгравшие незаменимую роль. Своими страстными усилиями они выделялись среди всех участников конкурса. Это трио Панды! Поздравляю! Поздравляю, друзья! Поздравляют? Невероятно! Мы богаты! Дэнни съест 2 стейка! Хватит медлить, откройте его наконец-то! Тут даже разрабы стебут над Алифом.